Снега на Новый год, похоже, не будет. Скоро Новый год, а снега все нет. Вот было бы здорово, если бы снег пошел. Да ну, в борделе слишком дорого. Ну какой же Новый год без снега? Люди хотят снега. Я обязан им помочь. Так, где же магия для чайников, детская магия, как поджечь дом соседа без спичек? Не то. Ксардос Васильевич меняет религию. Нет. А, вот, призыв. Мне же снег призвать надо. Ну да, то, что нужно. Как я узнаю, какое именно заклинание мне нужно? Автору было так тяжело добавить описание. Ладно, разберемся. Тот, Сихахибен. Ничего не изменилось? Сяски, масяски! Ну и где же снег? Ты кто такой? Меня зовут Гарри, но для друзей можно просто Снежок. Под Эриус. Куда? Еще не ваше время. Ну-ка быстро в конец очереди. Вон тот тип за мной занимал. Лапсус перпетус. Иннос всемогущий! Неужели выпал снег? Вот так счастье!
Снег! Выпал снег! Новый год удался! Прекрасный снег! Как же я ждал его! Ура! У меня будет баба! Снежная! Вон он! Лови эту сволочь! Не дайте ему уйти! Кто это его так? Да какая разница? Он получил по заслугам. Из-за этой скотины уже полгода снег не сходит. Устроил Новый год, фокусник хренов. Ладно, пошли отсюда. Пословица: из добрых побуждений дорожка прямо в ад. Дорогие зрители, я от всей души поздравляю вас с наступающим новым этим самым. Блин. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Все это время вы смотрели на то, как меня убивают, режут, снова убивают, снова режут. Блин. Ну да ладно. Очень многого хочется вам пожелать в новом году. Например, нескончаемого здоровья и маны. И постигнуть, наконец, шестой круг магии. Нет, ну а если серьезно, спасибо вам огромное. Человеческое спасибо за то, что вы ждали, смотрели, комментировали, критиковали. Это все для нас очень важно. Мы это обязательно учитываем. Это помогает сделать наши мувы лучше и интереснее. Шучу, не помогает. В общем, спасибо. Мы с вами не прощаемся. И я передаю слово режиссеру. Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Лорадар, что ты за хрень мне прислал? Это что, по-твоему, поздравление? Не, я не буду это зачитывать. И почему ты сам себя не озвучил? Что молчишь? Скажи что-нибудь. Понятно. В общем, поздравляемся с Новым годом, всех благ. До скорой встречи. Увидимся в следующем году.